Привет! Снова новости шоу-бизнеса на Забирай ТВ. Многие СМИ в один голос твердят о том, что у них есть информация о том, что Тимати нужны особые мужчины для его мега-концерта 4 ноября в Олимпийском. А именно, говорится о том, что мужчины могут подзаработать в качестве массовки на концерте. На сайтах, которые занимаются подбором людей для массовки, появилось объявление о кастинге особых мужчин для концерта. А особенность заключается в следующем. Возраст 27-40 лет, нешкольного вида и не худенький, одетый в стиле Black Star. Одним из важнейших требований является умение чувствовать ритм. За участие заплатят по 900 рублей каждому. Напомню, что в начале октября Тимур Юнусов, больше известный публике как рэпер Тимати, заявил на своей странице в Instagram о приостановлении концертной деятельности. Тимати сообщил, что 4 ноября 2017 года состоится его последний сольный концерт на ближайшие 2-3 года. Причина ухода со сцены – желание музыканта не пропустить детство своей дочери. Также певец заявил в Инстаграме, что никаких мужчин для концерта он не ищет, и что якобы все билеты на грандиозное шоу и так давно уже раскуплены. Защитная оплеуха в этой соцсети от Тимати досталась даже питерскому рэперу Оксимирону. Не смог не ответить на это и известный борец за справедливость Филипп Киркоров, написав, что Тимати как-то интеллигентно стал отвечать. Сразу видно, что повзрослел, и никто не услышал, как некогда в перепалке между ним и Филиппом «Давай, до свидания». Что это, искусная пиар-компания к предстоящему концерту или реальные закулисные битвы? Напишите нам в комментариях, что думаете вы. Ставь лайк, если тебе интересны новости шоу-бизнеса. Подписывайся на канал, ставь колокольчик и будь в курсе событий всегда. Это был ваш Забирай ТВ. Пока!